В Казанском федеральном университете открылась дискуссионная площадка юридического факультета, на которой приглашенные спикеры поговорили о традиционных ценностях в условиях глобального поликризиса. В этом году, объявленный годом семьи президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, это особенно актуально. С приветственной речью перед гостями выступили президент Казанского федерального университета Ильяс Минзарипов и декан юридического факультета Лилия Бакулина. Я вам желаю успехов в данной дискуссии, потому что те ценности, особенно вот семейные ценности, их надо, конечно, всегда с детства воспитывать и передавать молодым людям, просящим карьеру. Без этого не будет будущего общества. Или мы тогда вернемся в состояние дикости. На мероприятии в качестве непосредственных участников присутствовали Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, Тимур Сулейманов, помощник раиса Республики Татарстан, Софья Мустафина, первый заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан, Минзелия Закирова, заместитель министра образования и науки Республики Татарстан, Рустем Гильмуддинов, проректор по образовательной деятельности Болгарской исламской академии, Елена Студеникина, начальник управления ЗАГС города Казани и Гасан Гусейн Ибрагимов, член-корреспондент Российской академии образования. Модераторами выступили Юлия Виноградова, директор Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания, и Элиза Азизова, студентка 5-го курса юридического факультета. Тема для первой дискуссионной площадки выбрана не случайно. Мы об этом уже говорили, я сказал. Да, действительно, 2024 год, объявлен президентом годом семьи, приняты ряд стратегически важных нормативных документов, и это не только основы государственной политики по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, но и ряд других очень важных документов. На панельной дискуссии спикеры и эксперты обсудили, пожалуй, самые важные вопросы, представили свои образы современной российской семьи, поговорили о семейных праздниках, традициях, проблемах и, конечно, об угрозах для семьи, которые могут таиться в самой неожиданной ситуации и месте. Аделина Абдрахманова, Карина Саяхова, Тимур Ахметов, Универ Новости.